Ух ты, блядь, текаем, пацаны, текаем, текаем. Это что такое? Погоди, я ее не вижу, что она горит. Хай, Джейс, это Diamond RP Amber, 8-я серия, погнали! В общем, чуваки, как я и обещал, я вступил в банду, и как я обещал, вступил в баллы. Столько вот... Серия получилась только сегодня, потому что меня только что инвайтнули, я вот только что получил третий левел. Короче, я теперь ваш пахан по жизни, а вы никто, вы фраера все будете, понятно? Офигенно. Ох ты, блядь. Короче, мы сейчас отправляемся, короче, походу за матами. О, выпал. Лони лидер у нас, он походу в это... Не походу, он и так выпал. Так, а у меня нету ПТ, так бы я бы им помог. Ух ты, ё! Повезло мне, повезло. Все, берем дальше, садимся в тачку и едем, походу, на какую-то армейку или что-то куда-то. Сейчас, блин, вообще так интересно в банде. Я еще только вот меня инвайтнули, я еще ничего не знаю. Так, МН. Статистика, личные настройки. Так, список команд. Общие. Работы. Фракция. Принять, сделать оружие, передать, продать ключи, продать автопанды. Зачем это? Посмотреть онлайн, продать легкие наркотики, изменить место появления, захватить территорию, включить так, добавить, убрать игрока в черный список, ограбить полицейскую машину. Хорошо. Так, ну что ж. Вернусь. Ух ты, блядь, текаем, пацаны, текаем, текаем. Это что такое? Погоди, я ее не вижу, что она горит. Офигенно, да уж. В общем, вернусь уже где-то там, на армейке. Я вот, мне повезло, что я встретил мента, и меня мент везет. Я ему говорю, типа, до участка. Сейчас наврем ему, типа, мне нужно написать одно заявление. Нас всех грабанули. Еще одного нашего забрали. Отлично. Мент нам помогает. Спасибо тебе, чувак. Так, вот, короче, шоп. 24 на 7, стоимость входа 228, похуй. Входим. Так, телефон, аптечка, букет, трость, маска. Еще одну. Еще вот три маски, пусть будет на всякий случай. Телефон, книга, книга, скреп, трость, 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 букет цветов, часы, аптечка, номер, сим-карта, телефон. Ну, в общем, хорошо, мне хватит, наверное, три маски пока что. И все, отправляемся туда. К Тере. Опача, опача, опача. ФБР, ФБР. Чё им надо? Я не нарушал нифига, звезд у меня нет. Так что гуляйте, пацаны, гуляйте. Все, вернусь уже возле авианосца, пацаны. Встретимся через секунду. Так, ребята, одеваем масочку. Все, и... Идем туда, смотрите, как офигенно в маске. Прям такой из Payday'а бандит. Так, посмотрим, можно? Нет, там нельзя пролезть. Так что нам будем ломиться на пролом. Открыто здесь, ну, в принципе, открыто. Я имею в виду, нету никого вояк, ничего. Вот там вот только бегали за этой фигней. В принципе, сейчас-то времени. Воу-воу-воу, потише, у меня ИТ один. 150 людей. Я думаю, у меня получится что-то здесь своровать. Времени сейчас начало 7 утра. Я уже задрочу все ради вас, пацаны. Так что лайк. За банду лайк 100%. И мне очень понравилось то, что мы набрали там 12 лайков на видео, на предыдущем по Даймонду. Это, ну блин, просто офигенно. Офигеть. Склад, точнее не склад, а... Так. Не склад, а... Авианосец пустой, нету вояк, никого нету. Сейчас найдем склад этот и
Очистим вот так. Вот я особо не шарю, где тут что. Только вот в банду меня приняли на даймонде. Короче, ребятки, будем бегать тут по кораблю искать склад. В принципе, это хорошо, что нету тут никого. Так. Может быть, где-то там дальше. Так. Ух ты, я подумал, это кто-то тут бегает. Это звук мотора такой. Так, ну, короче, я тут побегал, так я и не нашел склад этот, где тут забирать ПТ, возможно, это где-то в другом месте, я надеюсь. Так, ну что ж, давайте пробежим. Ся, посмотрим, ся, где это все есть, и вернусь я уже где-то возле склада. В общем, пацаны, встретимся через мгновение. Короче, ребятки, я тупанул, надо нам на ВС, короче, ехать. Там склад, так, давайте пополним склад. Положить деньги, 400 баксов. Далее. Так, все, 450 баксов закинул я во фраку. Опа, машинки есть, берем точилку и чешем на ВС. Так, 38 бензина, ладно, пофигу. Антонио уволился. Ага, я думал, это меня уже увольняет. Короче, едем дальше, это, дальше на ВС. Сейчас зафулимся ПТшками. Я понял уже, как это все делать. Я просто тупанул. Не узнал про это сначала. Ну, так что сейчас посмотрим. Вы посмотрите, как это все делают. Я надеюсь, попозже меня возьмут уже в кап-состав. И тогда уже будем тащить капты. Все такое. Так, маска. Маску надо будет одеть. У меня есть маски еще. И я потерял свой первый ид. Блин, это плохо. У меня был такой именно номер ван. А, уволили, выселение вот идет. Кого-то уволили уже. Ну, я пока печенька, так что меня тоже могут с легкостью ливануть. Так, я уже в ЛВ еду. Ну, короче, мне недолго тут осталось. Прописываем маск. У меня нет маски, что за бред? Я ж покупал 3 маски. Ладно, я понял. При релоге маски все обнуляются. Расформ масок идет. Короче, вот так. Немножко я вот подзаработал, 8 косарей у меня есть. Пока буду мотаться по бандам вскоре, не знаю, может быть, в госы какие-нибудь пойду, но это вряд ли, потому что тут надо тащить, они в госке быть, в принципе, в ПД еще может быть интересно. Так, 24/7, где дальше, вот тут где-то должно быть 24/7. Так, сейчас купим еще масочку себе. Что там? А вот. А нет, это пончики. Пончики. Это тоже не то. Стоп. А где тут? Где-то тут должно было быть. А вот. Так. Все, валим за масочками. Вход сколько? О, бесплатный вход, отлично. Так. Маска 300. Выход. Все, одеваем маску. Давай, быстрее. Ну вот это вот клево, маска мне нравится вообще. Только, правда, скин такой вот. Немножко текстурки вылазят. Ну, в принципе, и так четко, маска офигенная. Едем, в общем, на склад. Так. Блин, это будет сейчас мое первое воровство патронов на даймонде. Вообще, первый раз я в банде на даймонде. Ну, будем тащить. В принципе,
Я-то немного тащер. Немного что-то могу на копте сделать. Правда, надо будет скиллы поподнимать на дигл. Хотя бы для начала. Так, 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 так. Оп. Блин. Ладно. Сейчас парканем тут тачку. Через нее запрыгнем. А, в принципе, можно и без нее запрыгнуть. Не знаю, зачем я ее подгонял тогда. Блин. Я так хотел, чтобы у меня было ровно 8к, у меня уже 7700, так что уже не так круто. Ну, в принципе, круто все равно, но не так. Так, заходим на склад. Садимся сюда. И вот, смотрите, ребятки, как воруются патроны. В чате вон пишется, сколько мы украли. Вот, плюс 2 единицы оружия. Единиц. Блин, ну русификатор надо. Патроны плюс 1, плюс 5. Так. МН, стата. Единица оружия. Вот, смотрите. 82, 56. Как оно идет все. Отлично. Мне это нравится. Посидим тут. Посидим чуть-чуть. Так, статистика. Сколько уже? 93. Ну, в общем, я посижу здесь еще немножко и вернусь. В общем, вот я наворовал. Мне пишет уже в чат, что недостаточно места в инвентаре. Так что посмотрим, сколько я наворовал. 500 патронов и 500 единиц оружия. Так, отправляемся на теру. На тере, наверное, только можно оружие делать. Так, тачка там стоит, отлично. Возвращаемся в машинку. И будем делать патрончики на респе где-то. Так, давай, перелазь, братка. Давай. Такой пончик у меня прям. Вот я люблю пончиков. Но я бы хотел бы себе в фиолетовых шортах и в белой майке. Так бы маска бы не так сидела на мне. Она по-другому была. Наверное, бы не было видно текстуры маски. Так, отправляемся, короче, на респу. И я вернусь уже на респе, пацаны. В общем, прописываем команду Mike Gun. Выбираем дизель. Desert Deagle. Сколько хотите использовать патронов? Давайте 50. Вот, все. Мы зафулили ПТ. 9 есть. Да, есть. Так, маска еще есть на мне. В общем, пацаны. Вот, я сделал себе оружие. У меня есть Deagle. В принципе, довольно-таки все понятно здесь. Как делать оружие, просто Make Gun прописываем и выбираем оружие, которое мы хотим сделать. Ну и на этом, я думаю, можно закончить. С вами был Джеймс, это был Diamond RP Amber и опасный Нига Пончик, пацаны. Всем удачи, всем пока и adios amigos, до новых встреч.